Состояние дорог в областном центре ругают не только горожане, но и надзорники. По рекомендации областной прокуратуры, сотрудники районных ведомств и офицеры ГИБДД ежеквартально проводят проверки, изучают выбоины на дорожном полотне, меряют глубину, ширину и длину ям. И после, если находят нарушения, выносят представление в адрес мэрии. В этом месяце ленинская прокуратура осталась недовольна проезжей частью на улицах Станкостроителей, Радищева, Ташкентской, Первой Межевая и генерала Хлебникова. Управление благоустройства и его начальник Никита Воронов оштрафованы. За такое нарушение законодательство предусматривает 100 тысяч рублей штрафа на юридическое лицо и 20 тысяч рублей на должностное. На устранение нарушения отводится срок в 30 дней. Выходим, меряем рулеткой, то есть соответствующий ГОСТ по длине, по ширине, по глубине. Если не соответствует, фиксируем данный факт актом, фотоматериалами и направляем для рассмотрения в мировой суд.